Всем привет! Вы на канале Семья Сусловых. Сегодня я пришла к водоему. Мне сегодня повезло. Два селезня увидела. Какие красавцы. Может, поближе немножко еще подойду. Красивые. Уточек не видно, только селезни. Может быть, где-то они там дальше. Там за зеленью, может, спрятались. Вот они, два красавца, плавают. Вот такой красивый водоемчик около домов. Вот там церковь стоит вдалеке. Ну вот, я на другую сторону пришла водоема. Была на той стороне и сюда пришла. Нет, не видно никого тут. Только вон селезень. Один улетел, а другой еще плавает. Там плывет. Плывет селезень. Ну, далеко уже уплыл от меня. Испугались, наверное. Близко подошла к берегу, они сразу испугались. Уплыл. Бродит по траве. Что за птичка, не знаю. Что за птичка такая маленькая. Вот она там. Какая-то маленькая птичка только бродит, и больше никого. А то встало что-то там, на месте стоит, разглядывает что-то. Сегодня у нас с утра солнышко, хорошо. Вот такой водоемчик. Красивый. Отражается на воде все, как в зеркале. Красота. Очень красиво. Тростник сухой стоит. Вот там дом недавно высотный такой построили. Уже год как построили. Вот такой высоченный стоит там. Троллейбусы. У нас тут трамваи, троллейбусы ездят по проспекту. Ну все. Вот такая вот у меня с утреца прогулочка. Сейчас пойду в Пятерочку. Вышла я из Пятерочки, ребята. Сейчас приду домой и сделаю небольшой обзорчик своих покупок. Что я купила в Пятерочке, покажу сейчас. Купила куриные крылышки. Купила фарш говяжий. Кетчуп. Слобода. Томатный, молоко, губки для мытья посуды, упаковки 6 штук, губки, сыр сливочный, 1000 озер, яблоки сезонные, помидоры, огурцы, муку, селяночка, 2 сырка творожных с изюмом, лаваш армянский, конфеты шоколадные со скидкой «Сказки Перо», гречу, чай «Куртис». Мне понравился, я взяла второй раз. Очень вкусный. Сардельки деликатесные «Ладога». И орешки-пироженки вот такие. Вареной сгущенкой. Вот такие небольшие у меня покупочки. На сегодня я еще решила спечь шарлотку. Для шарлотки я все приготовила. Я буду готовить небольшую шарлотку, поэтому у меня получается 2 яблока на шарлотку, 4 яйца, масло 30 грамм сливочно растопленного, пол чайной ложки разрыхлителя, 250 грамм муки и 250 грамм сахара. Приступаю готовить.